Всем привет, дорогие друзья! Находимся мы с вами сейчас в Байдарской долине, за селом Широкое, где протекает река Черная. Давненько мы с вами здесь не были, и сейчас мы с вами посмотрим, сколько воды сбрасывается из Чернореченского водохранилища в реку Черную для потребления, для нужд Севастополя и близлежащих сел и поселков. Ну, посмотрите, хочу я вам сказать, мощный такой поток идет. Напомню вам, от Чернореченского водохранилища река самотеком, по реке самотеком вода уходит до Штурмового, где третий гидроузел находится. Оттуда идет водозабор в сети, водопроводные сети Севастополя. Ну, а там, естественно, очистка и прочие вещи. И вот мы смотрим с вами, какова перспектива, какой здесь напор воды. Достаточно мощно вода вытекает из Чернореченского водохранилища. Ну и, соответственно, конечно же, поедем дальше с вами по Байдарской долине. Посмотрите, какая красота по Байдарской долине. И посмотрим, что у нас в Чернореченском водохранилище. Соответственно, на гидропост тоже проедем с вами, посмотрим. И хочу еще сказать, что здесь вот на поворот на Широкое сделали новый асфальт, уложили. Просто едешь и наслаждаешься по Байдарской долине. Машин сейчас не очень много. Ну и вот мы смотрим, пресная водичка, река Черная. Итак, едем мы с вами по дороге, которая проходит в Байдарской долине, в аккурат вокруг Чернореченского водохранилища. И, как я уже сказал, отдельными местами, но в основном большей части дороги уложен новый асфальт. Вот, в частности, посмотрите, мы едем, где-то уже и разметочка есть, где-то только укладывают. Ну, а где более-менее приличный асфальт был, естественно, его сохранили. Но сам факт, что асфальт здесь меняют, вот мы с вами сейчас увидим. Потому что вот когда я последний раз был, а было это порядка 2 месяца назад, то в некоторых местах был асфальт уже не очень хороший. В принципе, кстати, в общем и целом здесь отличное покрытие вот именно этой дороги. Ну, транспортное сообщение здесь развито, общественного транспорта неплохо. Вот постоянно по этому кольцу вокруг Чернореченского водохранилища курсирует автобус. И он довольно-таки часто встречается. Не знаю, сколько он, один тут или их два, но постоянно вот едешь, постоянно встречаются. Вот обратите внимание, еду по левой стороне, потому что правая вот срезан асфальт, и идет непосредственно укладка асфальтобетонной смеси. Это где-то недалеко, возле села Родниковое. Если вот я еду по часовой стрелке в Байдарской долине, красота неописуемая, дорогие друзья. Но, к сожалению, очень интенсивно идет индивидуальное жилищное строительство. Вот где смотришь, уже размежеваны участки и идет застройка. Ну вот такая красота здесь. Байдарская долина, как известно, заперта вокруг горами и очень чистейший воздух. Ну а Чернореченское водохранилище находится непосредственно прям по центру Байдарской долины. Ну и, собственно, это наша тема. Доехал я до села Родниковое, дорогие друзья, где находится гидропост. Обратите внимание, новый асфальтик, как я уже сказал, и здесь вот уложили, шикарненький такой. И вот вы видели, там еще укладывают. Я хочу посмотреть, забор здесь поставили, когда после наводнения, здесь вот ограждение, о, как гудит, после наводнения здесь ограждение Чернореченского водохранилища было, вот этот мост, под ним река Черная, восстановили его или нет, интересно. И какой здесь приток, вот мы возле Широкого были, там выход приличный идет, но приток поменьше, вот прям видно они вооруженным глазом. И начинают ставить, вот видите, поставили столбы под забор, но саму сетку еще не натянули, так что все в работе здесь. Это раз, вот разровняли вот эту щебе, камни вот эти какие нанесло, ну, можно сказать, щебенка.
И вот водичка здесь течет. Ну, сейчас пойдем на пост. Там еще посмотрим. Зашел я в лесок, где находится гидропост. Здесь по традиции. И гидропост. Река Черная, протекает здесь, которая питает почти на 99% Чернореченское водохранилище. Ну, собственно говоря, и название такое. Ну, что я хочу сказать. Вот эта плита измерительная. Ну, вода есть здесь, мы уже сейчас с вами глянули. Для этого сезона неплохо, совсем неплохо. Посмотрите. Водичка идет. Конечно, вспоминаются вот эти времена, когда потоп был. Вот тогда было, да. Вот здесь, видите, сделали такую плотинку, чтобы водички побольше скапливалось. Ну а так все красиво, как и было всегда, дорогие друзья. Мостик наш, мы сейчас туда тоже дойдем, к гидропосту. Ну а пока померяем водичку. Уточка у нас готова к плаванию на веревочке. И запускаем ее. Сразу же вода, показания сменила. Вот 14 было, 13 уже. 13 градусов. Еще подержим. 12. Вот эта плита была специально сделана, чтобы измерять объем метров кубических в секунду. Ну, любые можно измерения брать, потому что площадь плиты известна. Стоит вон там линейка. И высоту можно посмотреть по линейке и измерить показания. Ну вот, дорогие друзья, 12 градусов, как мы видим с вами. Температура воды в реке Черная. Вот, видите? Здесь такие же вот мелкие рачки плавают, как Биюк-Карасу мы с вами видели. Ну, может быть, сейчас и нырнем. Мне надо будет с палки снимать камеру, чтобы нырнуть. Вот такая здесь красота. Давайте по мосту еще немножко пройдем. Посмотрим. Вот видите, даже здесь можно зайти. Подмыло как, видите, смотрите. В свое время, когда здесь бетонировали, вот этот пост сделали. Ну а здесь, собственно говоря, как не было листов, вот не хватало здесь, так и не хватает. Идем к гидропосту, посмотрим уровень по линейке. Хотя тут и без линейки видно, что линейка не в воде, наверное. Но все равно в наше время мы сами здесь неоднократно бывали. Уже, можно сказать, река Черная со своими окрестностями стала родной. Очень здесь красивые места. Байдарская долина, жемчужина Крыма, можно сказать. Но сейчас очень интенсивно идет застройка. Вот видите, здесь несколько линеек. У меня даже шнурок развязался. Ну что, здесь линейка, как я и сказал, вот она. Видите, ноль, но вода есть тут. Она вот даже выше уровня плиты основной. Ну а так вот на глаз слой воды, ну где-то сантиметров 5 здесь на плите. Может быть 7, вот так, но не больше. Ну и то это радует, что пополняется Чернореченское водохранилище вместе с Бельбеком, Севастополь, с водой. И ограничений как не было, так и нет. И это хорошо. Вот только сейчас узкое место — это Алушта. Но опять же, как сказал глава Крыма, Алушта пока ограничений нет. Но все может поменяться. Все-таки не отказались от идеи строить водохранилище дополнительное. Объемом 8 миллионов кубов. У меня даже есть видео. Мы с вами там путешествовали, где его будут строить. Ну вот так, попробую сейчас занырнуть.
Ну и давайте занырнем немножко в речку Черная возле гидропоста. Смотрите, лягушечки здесь плавают, всякая живность. Вот так в реке Черной водятся. Такая живность. А теперь самое время оценить масштабы и объемы Чернореченского водохранилища с воздуха. Сегодня мы с вами посмотрим на него с двух точек. Это вот сейчас мы в районе села Родниковое, где находится гидропост. И вторая точка — это в районе села Озерное у нас будет. Здесь река Черная порядка через 700 метров впадает в Чернореченское водохранилище. Хочется также отметить, дорогие друзья, что октябрь в этом году был очень засушливый и привел к снижению запасов воды в водохранилищах Крыма и пересыханию ряда рек. В частности, местами пересохла река Альма. Выпало в среднем от 6 до 13% от нормы в реках воды и осадков, вернее, не воды. И всего лишь 24% выпало в Бельбеке. Это самый большой показатель от нормы. Ну и, как известно, Чернореченское водохранилище является самым большим водохранилищем Крымского полуострова. Вот мы с вами подлетаем, такие чудесные виды открываются, где река Черная впадает в водохранилище. Кстати, река Черная впадает и выходит из водохранилища. Это вот единственный источник практически, который питает Чернореченское водохранилище. Построено и заполнено водохранилище в 1956 году. Средняя глубина 10,7 метров. Наибольшая глубина почти 32 метра. Высота плотины водохранилища 36 метров. И площадь Чернореченского водохранилища проектная 6,4 квадратных километров. Ну а объем водохранилища, самое большое водохранилище Крыма, 64,2 миллиона кубических метров. Также хочу сказать, что береговая линия водохранилища составляет 61 километр 200 метров. Вот такое оно, Чернореченское водохранилище. Очень такое большое оно. Ну и сейчас высота над уровнем моря 251 метр. Вот, как я уже сказал, обратите внимание, Байдарская долина заперта горами, вокруг горы. И вот поселение, это у нас село Родниковое. Очень красивые виды открываются здесь. Перемещаемся мы с вами в другую точку, и вот отсюда теперь оценим наши любимые кольца, как они сейчас выглядят. Ну еще вот хочу сказать, горы горами, вот вокруг горы, а в горах наблюдается существенный недобор осадков. Так, на Айпетре выпало всего лишь в октябре месяце 43% нормы
а на Ангарском перевале 26%. Кстати, вот из этих двух точек должны выбрать, где построить горно-лыжный курорт. Но вот Ангарский перевал предпочтительнее, так как там есть коммуникации, а вот на Айпетре их нет. Но пока это все рассматривается. В частности, вот приток за октябрь водохранилище составил в Белогорское 703 тысячи метров кубических, Симферопольское 753 тысячи, Счастливинское 351 тысячи кубических метров, ну и, наконец, Чернореченское водохранилище 527 тысяч кубических метров. Наполняемость вот за октябрь 2021 года. По данным синоптиков, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил 112 миллионов кубических метров, что на 6,88 миллионов меньше, чем месяц назад. Ну и вот теперь мы сравниваем. Эту вот картинку я показал вам двухмесячной давности, когда мы были здесь заключительный раз. Видим, что уровень воды существенно упал, плотина высотой 36 метров и кольца. Ну вот если оценить, где-то из воды они выглядывают чуть меньше, чем на одну треть. Ну и, соответственно, наши любимые бакланы, как мы их называем, гидровороны, вот сидят здесь на верхушке этих колец, сушат крылья, потому что погода располагает. На момент съемок температура воздуха около 15 градусов была, очень хорошая, тем более вот как раз конец октября обещали такой вот солнечный и теплый, что, собственно говоря, и произошло. Вот мы посмотрели с вами еще одну картиночку для сравнения. Напомню, это вот около двух месяцев назад мы снимали с вами это водохранилище. Ну а сейчас вот такая ситуация. И сразу вам хочу сказать, что ситуация совсем неплохая. В принципе, летний сезон пережили. Октябрь месяц, ну, немножко был засушливый. Сейчас вот в горах уже выпал первый снег. Показывали вот по телеканалам достаточно неплохо. Это для наполнения водохранилищ, дорогие друзья. Ну и вот такая великолепная картина здесь открывается. Ну а дальше уже там ноябрь, декабрь, снег, дождь. Я думаю, что водохранилища будут пополняться. Ну вот я уже говорил, что единственное, что Счастливинское водохранилище, немножко там могут быть проблемы. Но будем ждать строительства водохранилища в районе Алушты на 8 миллионов кубов в помощь Счастливинскому водохранилищу. Вот такая у нас сегодня получилась с вами обзорная экскурсия в Байдарскую долину. Посмотрели дорогу, посмотрели реки, вернее реку Черную, проезжала также там река Бага, но там абсолютно сухо. Помним, как она вот разливалась, даже у меня есть видео. Ну и другие речки, которые тоже впадают в Чернореченское водохранилище, они сухие, там воды нет. Вот единственная река, объем и уровень, который мы с вами оценили, это река Черная. Она вот до сих пор продолжает питать водохранилище. Ну вот и в конце ролика еще скажу, вначале мы видели, как из водохранилища вода вытекает, Черная река, доставляя штурмовое на гидроузел, и как втекает. Ну, по моим оценкам, где-то раза в полтора больше вытекает, чем втекает. Вот посмотрите и оцените, напишите в комментариях ваше мнение. Может быть, в два раза, может быть, ну, по моим, в полтора раза где-то вытекает больше, чем втекает. Ну, достаточно взглянуть на кольца, и видно, что уровень воды, конечно, немножко понизился. Но это прошло все лето уже, и два месяца практически осени. На этом все, дорогие друзья. Жду комментариев на эту тему. Не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы видео приходили вовремя. До свидания.